спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Во вторник в Самарской области облачно с прояснениями. Местами осадки в виде небольшого дождя. Дневная температура 22-24, тепла, ночью плюс 14, плюс 16 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, возможен небольшой дождь. Днем плюс 22 градуса, ночью плюс 14. В Тольятти облачно с прояснениями, днем плюс 22, ночью плюс 16 градусов. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. В Самаре облака, но без осадков, плюс 22 градуса. В дневное время, ночью плюс 14. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.